Всем привет, дорогие мои подписчики и гости канала. Сейчас хочу вам показать квартиру 1+1. Она от застройщика, до моря 100 метров. Вот сзади, за мной море. Видите? Вот сразу море 100 метров. Квартира расположена в обе. Вот такой большой, огромный прям балкон. Квартира расположена на 4-м этаже, это наш 5-й этаж. В комплексе один дом, очень хорошая инфраструктура. Потом после обзора квартиры покажу вам инфраструктуру. 60 метров квадратных. Здесь всего несколько квартир осталось. Это гостиная. Полностью бытовая техника уже встроенная. Кондиционеры. Подвесные потолки. Вот, видите, след освещения. Есть просторный коридор. Вход на балкон из гостиной и из спальни. Вот это спальня. Тоже есть LED-освещение. Лампочки встроенные. Уже встроенный шкаф. Кондиционер. Стоит эта квартира, сейчас я прайс-лист возьму, до 31 января этого года она стоит 57 500 евро. После 1 января, ой, после 31 января она будет стоить 61 500 евро. Место расположения, конечно, хорошее, оба все-таки. И море совсем рядом. Вот такая просторная ванная. Тоже шкафы, зеркала и душевая кабина. В прихожей тоже встроенный шкаф, домофон. Вот такой шкаф. Здесь осталось всего 3 квартиры в этом комплексе. Поэтому, если вас заинтересовала квартира, пишите мне в личку. Отвечу на все дополнительные вопросы. А сейчас покажу вам инфраструктуру комплекса. Здесь есть фитнес. Комната отдыха, вот здесь библиотека, разные книжки, диван, телевизор. Также есть джакузи. Напоминаю, Айдат за 1+1 40 евро в месяц. Сауна. Небольшой хамам. Здесь нет закрытого бассейна, только открытый бассейн. Вот такой хамам небольшой. Ну, для одного дома это, я считаю, вполне достаточно. Вот в зоне инфраструктуры туалет. Это вход в комплекс. Территория комплекса большая, просторная. Озеленение хорошее.
смотрите, дом сам по себе небольшой. Вот такой большой бассейн. Здесь, когда он наполняется в летнее время, здесь прям шезлонги вот в воду можно ставить и наслаждаться. Детский бассейн, есть генератор, если отключает электричество, душ. Такая большая зона, это парковка для машин. Дом всего в 5 этажей. Эта квартира, здесь живет КПГ, смотритель комплекса. Вот генератор. Надеюсь, моя информация была вам полезной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить квартиру своей мечты. В комментариях пишите, задавайте вопросы. Всем хорошего дня. Пока. До новых встреч.